Несмотря на все усилия, соглашение с Лондоном пока не достигнуто, доложил главный переговорщик ЕС по Брекситу Мишель Барнье министром 27 стран-членов, собравшимся в Брюсселе. Это означает, что ноябрьский саммит о выходе Соединенного Королевства и сообщества может не состояться. На то, чтобы предоставить Барнье новое предложение, у британского премьера есть всего несколько дней. Задача практически невыполнимая, учитывая противодействие планам Терезы Мэй со стороны возглавляемого ей правительства. Из Лондона передает наш корреспондент. Это имеет решающее значение, потому что уложиться в установленные сроки будет крайне сложно. Если саммит с другими 27 странами ЕС не состоится в этом месяце, то его перенесут на декабрь. Это оставляет слишком мало времени Терезе Мэй на то, чтобы провести соответствующие законы через Палату общин. Даже если с Брюсселем удастся договориться, сделку должен одобрить парламент, в том числе лейбористы, которые не понимают, что делать дальше с этим соглашением. Может возникнуть полнейшая неразбериха, все более вероятным становится исход, при котором в стране объявят досрочные выборы или новый референдум по этому вопросу. Трудности Терезе Мэй прибавляют ее же коллеги по кабинету. Накануне в знак протеста против предлагаемых условий развода с ЕС свой пост покинул замминистра транспорта консерватор Джозеф Джонсон. Его примеру могут последовать и другие. Процесс по выходу Великобритании из Евросоюза должен завершиться не позднее 29 марта будущего года.